Всего в столице 3 насосных станции, которые обеспечивают Сухум водой. 2 из них находятся в районе Гумисты и 1 в районе села Багмаран. Поломки произошли на насосных станциях в районе Гумисты в четверг вечером. В результате большая часть города осталась без воды. Что касается аварии на одном из водоводов Гумисты, то ее специалисты водоканала устранили в пятницу к обеду. Однако ситуация на водозаборном объекте в районе Багмарана посложнее. Это 3-я насосная станция. Поломки здесь происходят. Происходит часто. Сотрудники МОП водоканала со вчерашней ночи работают здесь, чтобы устранить последствия поломки. Все дело в этом большом насосе. Водой залило двигатель, в результате чего он сгорел. Сейчас специалисты водоканала заменяют его на другой. На этой насосной станции два насоса, которые работали. На большом, вот сзади нас стоит большой насос, мы его так называем, большой насос. А он потому что качает 1000 кубов на 180 метров. Вот. А вырвало сальник и залило водой двигатель, 250 киловаттный двигатель. Ну, в результате он сгорел. Сегодня мы нашли его на другой насосной, нашли, что он там находился, мы знали об этом, привезли. И вот сейчас происходит монтаж вот этого двигателя. Специалисты обещают, что работы завершатся к вечеру пятницы. Кстати, это единственная насосная станция, которая находится в таком состоянии. 2 другие были отремонтированы в рамках инвест-программы. Гугуца Вардания, Эсма Буланзе, Алексей Баструков, Гудис Атарба, Абхазское телевидение.